В минувшее воскресенье зал Энгельсской школы искусств номер 1 стал площадкой для проведения очередных дебатов. На этот раз темой дискуссии стали вопросы развития села и агропромышленного комплекса. Это вообще очень животрепещущая тема, потому что мы каждое утро встаем, открываем холодильник, хотим съесть масло, сыр, колбасу, берем хлеб, а это как раз без развития агропромышленного комплекса невозможно. Оптимизация системы кредитования частных фермерских хозяйств, социальные гарантии и достойная оплата труда для сельских жителей. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения участниками дебатов. Они не только говорили о насущных проблемах, но и предлагали пути их решения. Что же нужно сделать для того, чтобы сельское хозяйство в нашей области развивалось и сохранилось? В первую очередь это государственная поддержка. Цены на удобрения, семена и солярку должны быть зафиксированы и гарантированы государством, властью. Второе, конечно же, это социальные гарантии для сельских жителей. Такое, как медицина, образование, досуг должны быть доступны так же, как и в городе. Дебаты являются эффективным способом подбора наиболее сильных кандидатов, лидеров общественного мнения. Участники в своих выступлениях затронули очень интересные, важные и острые общественные вопросы. Участники наших дебатов – средний возраст достаточно молодой. Активные ребята, умные, профессиональные, которые идут, они хотят быть избраны в областную думу 6-го созыва, они идут со своими проектами. Многие из них предлагают определенные законы. Ну, очень интересно вообще, очень интересно вести эти дебаты. В подобном формате дебаты проходят с 8 апреля и завершатся 22 мая. Эти дискуссионные площадки позволяют сформировать личное мнение о каждом участнике и уже 28 мая на предварительном голосовании сделать правильный выбор.